летают ракеты. Батя, ну! И, кстати, я никакая не была в Махачкале. Всем привет, меня зовут Игорь, я из Калининграда. Калининград! Польская оболочка, кафедральный собор, Балтийское море, Янтарь, ну и, разумеется, могилка Канда. Калининград! И, кстати, я никогда не был в Байконуре. Здравствуйте, меня зовут Байкова Настя, и я из Верхнего Тагила. Верхний Тагил! Здравствуйте, меня зовут Денис, и я из Куиты. Куета! В Куете 97% татар и 3% русских. Куета! Мой дедушка Расим говорит, что я русский. Куета! Кстати, я никогда не был в Новоуральске. Здравствуйте, меня зовут Мелихов Владислав, и я родом из Барнаула. Барнаул! Там говорят, Барнаул – столица мира. Барнаул! В Алтайском крае родились Шукшин, Золотухин, Рождественский. Барнаул! И, кстати, я никогда не был в Куете. Всем привет, меня зовут Тарас, и я из Екатеринбурга. ЕКП! Я всю жизнь прожил на Урал-Маше и не видел никаких ОПС. ЕКП! Кстати, я никогда не был в Барнауле. Здравствуйте, меня зовут Алиса Кравцова, и я родилась в столице Азербайджана, город Баку! Баку! На нас держится вся рыночная фруктовая экономика в России! Баку! Кстати, я никогда не была на Урал-Маше! Привет, меня зовут Павел, и я из города Мурманск. Мурманск! Но не просто Мурманск, а Мурманск 150! Мурманск 150! Это закрытый город, поэтому я ничего не скажу. Кстати, Мурманск 150! Кстати, я никогда не был в Баку. Всем привет, меня зовут Мурат, и я из Махачкалы. Махачкала! И я никогда не был во Владивостоке. Оксана Бродовикова, Хабибулин, в Чебоксарах.